Вопрос нелегкий. Как справиться с финансовым и экономическим кризисом? Безработица и неуверенность в будущем стали причиной массовых антиправительственных протестов. Что думают об экономическом кризисе эксперты? Как долго он будет продолжаться и что должно быть сделано? С 22 по 24 мая в Астане, столице Казахстана, был проведен 6-й Астанинский экономический форум и первая всемирная антикризисная конференция. Астана является политическим и административным центром посреди Великой степи и стремительно преобразовалась в новый динамичный мегаполис, окрашенный архитектурой мирового класса. Все это произошло за последние 15 лет, и город все еще растет. Тоже можно сказать и об экономике Казахстана. Тем не менее, нельзя недооценивать угрозу финансового кризиса. С тех пор, как Астанинский экономический форум начал свою работу 5 лет назад, число участников стремительно выросло. Делегаты со всего мира собираются для обсуждения будущего. Конференция была проведена при поддержке Генеральной Ассамблеи ООН. Я ожидаю, что антикризисная конференция сыграет существенную роль в разработке путей к более сбалансированным мировым экономическим и финансовым системам. Я с интересом жду результатов ваших обсуждений и надеюсь, что они будут основываться на целях и принципах Устава ООН. You meet at a time of a continued global economic uncertainty. Эта встреча происходит во время продолжения мировой экономической неопределенности. Безработица, растущее социальное неравенство, неустойчивость банковских структур и проблемы государственных задолженностей препятствуют умеренному экономическому восстановлению. Опыт подчеркивает необходимость в координированных действиях для снижения волатильности финансового рынка и риска последующего риска. To reduce international financial market volatility and the risk of a future crisis. Экономический спад был основной темой дискуссии 6-го Астанинского экономического форума. 132 страны были представлены на прослушивании профессионалов и экспертов в экономике о возможных путях выхода из кризиса. Именно на этой площадке будут выработаны реальные практические предложения для многих стран. Самое главное, чтобы правительства этих стран захотели это услышать для реализации. Дорогие друзья, 21 век набирает свой ход, сжимая время и расстояние. Рождается новый тип глобальной экономики, утверждаются новые принципы международных отношений, новые ценности общественной жизни. Поэтому сегодня важно найти верное решение глобальных проблем. Я искренне желаю участникам форума, делегатам Всемирной антикризисной конференции успехов в проведении плодотворных дискуссий, выработки новых рекомендаций. Одной из главных тем был кризис евро и отрицательные эффекты на другие страны. Слабость европейской экономики также рассматривалась как реальная угроза для процветающих государств. Евразийский экономический проект – это стратегический, долгосрочный проект. Ожидать моментальных эффектов в проекте такого рода – это значит питать иллюзии. Ведь мы три страны, помимо прочего, находимся не в вакууме. И тогда, и когда у наших ключевых партнеров, например, у Евросоюза, на дворе кризис, рецессия и падение спроса, мы не можем и не сможем остаться незатронутыми негативными явлениями. Мы давно и плотно интегрированы в глобальную экономику. Международное сообщество экспертов, включая нобелевских лауреатов, уделили особое внимание продолжающейся проблеме мирового кризиса.
и предложили решение задач, стоящих перед международным сообществом. I hope people with some influence will come away with a message. Я надеюсь, что влиятельные люди примут предложение форума по предотвращению ухудшения ситуации. Конечно, все же лучше, если бы условия позволили возвращение к прежнему уровню роста. Есть известная цитата: «Не тратьте кризис, используйте его для проведения хороших реформ, а не плохих». Очень трудно привести 250 стран к согласию в какой-либо деятельности, но иногда это происходит. Насколько мир становится многополярным, настолько становится труднее решить проблемы. То, что происходит здесь, это попытки найти механизмы для разрешения некоторых из этих проблем. Как ученый, я точно знаю, что наука способна обеспечить решение некоторых проблем, но определенно не всех. Но даже мнения нобелевских лауреатов расходятся в определении решений для пострадавших стран еврозоны и придерживаются неоднозначных и спорных позиций. Было принято решение, что евро должно стать одной из эмблем все более объединенной Европы. Но было ошибкой принять такое решение. Так что я с умеренным энтузиазмом поддерживаю Европейский Союз, но из этого не следует, что нужна единая валюта. Я не утверждаю, что нужно полностью демонтировать евро, но все же это может оказаться правильными мерами. Но то, что я хочу увидеть, это конец этого подхода изолированных стран. Несомненно, финансовый кризис – это не проблема, которая может быть решена в одночасье. И международные эксперты не уверены, как долго он будет длиться. I have to admit that 5 years ago I made a prediction which was wrong. Я должен признаться, что мое предсказание 5 лет назад было неверно. Я не смотрю в прошлое. 5 лет назад я предсказал, что финансовый кризис быстро пройдет и все встанет на свои места примерно через год. Мир на перепутье. И важно осмыслить ошибки прошлого и встретить глобальные проблемы с осознанием наших различий и разных подходов к кризису. По моему мнению, трудно найти одно решение преодоления кризиса. Я думаю, что сейчас другая ситуация в Европе и США. Экономические показатели выглядят намного лучше, чем год назад. У Китая и Японии другие проблемы, поэтому нужен двухуровневый подход. Сначала нужно решить проблемы в существующих рамках, как, например, Европейский Союз. Затем следует искать общие идеи избегания следующего кризиса, используя существующие международные институты. Легче сказать, чем сделать. Каждая страна должна взять на себя долю ответственности и способствовать стабилизации мировой финансовой системы. Если экономическая политика не изменится, ошибки будут повторены. Теперь у Германии и у других стран совсем другая концепция о том, как выйти из кризиса. Если мы не найдем общий компромисс, Европа будет парализована. Нужно думать о долгосрочном будущем, а не о выборах в последующем дне. Власти мира решают проблемы банков, но не решают проблемы людей. 6-й Астанинский экономический форум рассматривал не только финансовый кризис. Также был поддержан более позитивный взгляд на будущее с устойчивым развитием передовых технологий и индустрии туризма. Энергия будущего также была предложена как тематика международной выставки «Экспо», которая будет проведена в Казахстане. We all are like a country preparing to be
Мы страна, которая готовится к Экспо 2017 в Астане. И я думаю, что это является ответственностью Казахстана перед миром обсуждать установление более зеленой экономики, а также ответственность за последствия изменения климата. Мы должны учитывать различия, существующие между Европой, Азией, Латинской Америкой и Африкой. Это означает знать что-то, что другие делают, исходит из лучшей практики. Например, в Казахстане очень впечатляет продвижение зеленой экономики. Мы можем учиться друг у друга. На диалоге лидеров были обсуждены новая экономическая обстановка и меры, которые должны быть предприняты, чтобы обеспечить сбалансированный мировой экономический рост. Этот диалог представляет возможность лидерам обсудить итоги и выводы прошедших панельных сессий. В течение трех дней 12 тысяч участников приняли участие в форуме и антикризисной конференции, составляющих более чем 80 мероприятий. Эти итоги будут и сложены в декларации и в основных направлениях Всемирного антикризисного плана, которые будут предоставлены перед странами Большой Двадцатки и ООН. Следующая антикризисная конференция запланирована на май 2014 года. Данный проект, который мы разработаем, и проект Всемирного антикризисного плана, который мы разработаем на интернет-платформе с участием всех перечисленных структур, юридических, физических лиц. Этот проект Всемирного антикризисного плана будет предложен участникам второй Всемирной антикризисной конференции. Участники конференции имели уникальную возможность обсудить мировой кризис в глобальном контексте и выслушать мнение экспертов. Они также воплощают идею, что обмен знаниями необходим для преодоления кризиса.